А это уже, подожди, тут что-то строили, уже достроили? Вот, достроили уже, видишь, закрыто это все. Его вот строили? Да. Уникальное событие, друзья. Сегодня Роман впервые идет на работу. Официально вышел на работу. Впервые за 4 месяца. Ну я ж тут был уже. Во-во-во, ты посмотри-ка. Ничего себе тут уже. Роман, ни хрена себе у нас офис. Просто жесть. Пойдемте, я вам покажу святая святых. Производство? Пошли, пошли, пошли. Вот они наши 4 красавца. Ну давай, Роман, ну, покажи, покажи. Ну покажи, как ты будешь тут. Как ты будешь оперировать? Покажи, как ты будешь джойстик крутить. Ну, покажи. Нарисуй тут этот. В середине прошлого лета мы вам показали концепцию того, как мы будем развивать Jota второго поколения, что мы сделаем его на базе брейкаута и объединим все лучшее, что есть в роуде в первом поколении, и то, что есть самого хорошего в новой базе Softail. А в сентябре мы приступили к разработке Jota Ultra. Кстати, Ultra с итальянского переводится как другой, то есть это другой Jota. В данный момент мы плотно подошли к сборке уже первого мотоцикла, и, конечно, накопленный опыт, плюс крутые подрядчики типа Антона из Санта-Фаба, фитиля, наши малярки и всего остального, короче, делают просто невероятный результат. За какой-то очень колоссально низкий срок собирается нечто, чего просто мурашки по всей коже. Отдельно хочется сказать о том, как это сейчас все собирается, потому что мы учли практически все, что могли учесть. Конечно, есть еще куча мелочей, которые надо будет доработать. У нас также декоративные элементики не все готовы, но по факту сборочка просто крутейшая и, конечно, конструктив, продуманность элементов их стыковки просто, опять же, повторюсь, что ничего кроме мурашек не вызывает. Сейчас основная сложность – это сборка топливного бака. Мы сделали его с помощью прессовки, то есть сделали матрицы, напрессовали множество элементов, которые дальше разрезаются по 3D-печатной форме, и дальше это все нужно срастить. Потом это надо все поставить в охренительный кондуктор, в котором уже будет установлена горловина вварена, всякие там ушки и все остальное. То есть этот процесс пытаемся сделать максимально не кустарным, так, чтобы это можно было масштабировать и дальше реализовывать. В итоге нашей телестройки первый день, или какой у нас с вами сегодня день? Но на самом деле все это двигается уже с ноября. С ноября прошлого года мы начали, по-моему, в октябре начали или в ноябре? В ноябре. То есть сейчас уже пошел 7-й месяц. Ну, в принципе, я вот базово вам говорю, если вы что-то задумали делать в Дубае, в среднем на старт год минимум. Сейчас у нас уже возводится мезонинчик. Как видите, основные перекрытия накрывают. Дальше будет заливка полов. Друзья, наконец-то я приду к своей мечте. У нас будут белые полы. Ну, практически белые. Мы все-таки решили, что немножечко будет серого оттеночка, потому что прям если будут идеально белые, то прям каждую трещинку, каждую полосочку, все прям будет видно. Но от мечты уходить нельзя. Все равно должны быть прям максимально светлые. Глянцевые или матовые? Ну, глянцевые, да, глянцевые. Серо-глянцевые, да. По предварительным данным, непосредственно ремонт мы закончим где-то, скорее всего, в августе. А станки вроде как вообще на здесь в порту уже будут где-то к середине июля, но пока это цифры предварительные. То есть если все хорошо пойдет, то мы где-то в августе пустим первую стружку и, в принципе, начнем уже точечно, аккуратно принимать первые заказы, а широко принимать предзаказы в работу мы начнем все-таки, скорее всего, с сентября, потому что нам нужно очень много времени оттестироваться и наладить производство. И вы
Роман, смотрите, продолжаем визуализировать снаружи. Значит, снаружи, что у нас будет снаружи? Во-первых, Роман, вот тот фасад, который вы видите, его немножечко облагородили. Вот там мы сейчас построили новый павильон. Соседи будут сюрпризом, потому что это тоже русские, по-моему, ребята. Вот, я еще там до конца не понял, но, в общем, здесь, значит, вот этот фасадик мы весь красим. А вот здесь, Роман, видите, есть интересный уголок. Пойдемте, покажу вам, Роман. Вот с улицы вы будете видеть вот этот угол, и вот здесь вот уголочком вот так вот мы сделаем наш вывеску. Вывеску, да, и здесь будет логотип Box 39. А вот там вот VIP Motors, в котором стоит машина где-то на 200 или 300 миллионов долларов. И они будут нашими соседями. Представляешь, Роман? Да, вот там, Роман, вы будете парковать свой гелик. Примерно вот за тем геликом. Между геликом и GL-кой будет стоять ваш гелик. Да, я буду свой велосипед вот там, где компрессор. Как видишь, тут, кстати, будет облагораживать территорию. Видишь, что тоже Собянин завез этих... Спасибо, Семен. Да, спасибо. Похорошел. Три месяца как уехал, уже мэра забыл своего. Похорошел Дубай при Собянине. Бордюр завезли. Вот плиточку тоже, поэтому здесь все будет облагорожено. Прям с удовольствием будем принимать всех гостей. Да, Роман, теперь наконец-то будет для этого место, чтобы сесть, по кайфу, почилить. Еще бы было время, чтобы чилить, да? Да. А еще тут хорошо. Пешком до моря каких-то 20 минут. К сентябрю все готовим билетики в Дубай, вот, чтобы посетить Grand Opening Box 39. Также сегодня показываем еще один интересный проект. Это, по сути, Альянса, но со стоковым топливным баком. То есть, что мы сделали? Мы взяли хвост, оставили стоковое сиденье, доработали его немножко и все это срастили с стоковым топливным баком. Завязали наш хвост с баком через графику и определенную прострочку. Во всем остальном это тот же самый Альянс, на той же самой ходовой, на 280-м колесе с нашей мордой. Из нюансов это расцветка. Расцветка была выбрана по мотивам очень популярного шлема от компании Bell, который раскрашен в графике Roland Essence. Вот, то есть была ламинация карбоном настоящим, дальше поверх этого наносилась графика. Очень ярко, очень эффектно, такой мотик в Москве ну никак не потеряется. Мы познакомились с Пашей. Всем здравствуйте. Единственная мотоистория в этой, вот в этой всей истории будет то, что Паша был или есть. Ну, я и есть, по идее. Президент Триумф-клуба России. Но я пока сейчас не в России, поэтому... Как вы в клубах любите? Президент, вице-президент, генерал. Что меня с Владом познакомил? Другой президент. Другого клуба. Другого клуба. В общем, мотодвижуха, да. И сегодня Паша, короче, подсадил меня жестко на вейксерф. Не удивляйтесь, если скоро в бложиках появятся еще и лодки. Я уже посмотрел, много чего можно поменять. Все вынуть вообще и поставить мотик в середину. Дергай сцепление, Роман, руку держи ровно.
Роман, вам никто этого не скажет, но вы были великолепны. Спасибо, мой дорогой. А ты не превзойдет. А знаешь, в чем твоя, Семен, основная сила? У тебя еще вся жизнь впереди. Не забудьте подписаться на канал Бокс 9, нажать на колокольчик и поставить лайк. И обязательно все прилетайте и посещайте наш павильон. Ну, там, где папа будет работать и продавать, и показывать вам свои мотоциклы.